Здравствуйте, наши дорогие друзья. Сейчас мы хотим вам рассказать о ассортименте форм для выпечки. И давайте детально вблизи посмотрим каждую форму. Ну, вот, видимо, кексовая. Дальше у нас тоже. Будем идти по порядку. Каждую форму рассматривать. Ну, это какие-то маленькие куличики. Здесь у нас тарелочка. Может быть. Может быть. Да. Ну вот можно посмотреть форму для расстойки подовых хлебов с алюминиевым. Какой вариант? Такой. Такая интересная форма для пирога. Она разборная. Чтобы можно было вынимать еще пирог неразборный. Ну это вообще шар. Два можно из двух половинок сделать сразу торт. Ну это классические круглые формы. Дальше у нас есть интересная маленькая форма, стаканчик для бабы. Да, ассортимент, конечно, очень большой. Ну, это большие формочки для кексов. Дальше так называемые батонницы. Вот это самое, что нас ждет. Вот что нас ждет, товарищи. Порционный маленький хлебушек. Круглая. Маленькая. Формочка со смайликами. Да, глаза разбегаются. На чем бы заострить внимание. Вот. Вот этот большой какой-то каравай, наверное. Ну, а дальше мы идем. Классические формочки начинаем идти. Да. Так, и здесь самый основной, конечно же, сегмент форм. Это классические ГОСТовские формы. Они могут быть ХДК, может быть с каким-то логотипчиком, может быть с каким-то формой и так далее. И также есть вот формочки для того, чтобы можно было делать коржик молочный, песочный, побольше, поменьше. Так, формы хлебопекарные, кондитерские. На все случаи жизни, все, что может понадобиться пекарю, хлебопекарю, бабушке на кухне, все представлено. Поэтому с большой радостью вам представляем эти формы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч!